Мы переночевали первую ночь. Сейчас идем на завтрак. Вчера спали очень крепко. Вырубились еще часов в 9. Кровать была очень удобная, потому что мы были очень уставшие. Где? Где? Вот наша столовая. Коты ходят. Завтракаем. Вот открытая столовая. Бассейн. Открытая столовая. Вот закрытая. Ой, у нас куча сосисок, куча брынзы, колбасы, зелени, яиц. Ну, завтрак, овощи, много овощей. Кофе, странные сосиски в томате, капуста. Что, нормально? Тарелочка. Из овощей, капуста. Много овощей. Эти много по вот этой с вот турецкими, что мы получаем. Брынзы. Она, по-моему, вся одинаковая. Только разная заливка. Я привык на проходе, я тоже часто вот так вот. Брынза, зелень и все. Да, брынза. Ну, такая странная брынза какая-то. Нет соленых огурцов. Я расстроилась. Я опять в Турции ем одни соленые огурцы. Сосиски очень вкусные. Вот, в томате. Вот наша территория перед гостиницей. Это мы выходим сейчас с гостиницы. Красота. Красота. Да, здесь, конечно, движение. Ой, такая жара. Где хочу с ней. Все, пошли, мы идем на море. Шубы мы есть. Шубы мне не поели. Вот наша гостиница с этой стороны. Вот где-то наш номер, вот, четвертый этаж. Нет, наш номер. Наш номер вот там, вот на горы смотрит. Да. Идем на море. У нас вторая линия от моря, но нет, вот. Это получается первая. Тут отелей нет. А, ну да. Вот наша гостиница, и вот уже это как море. Не отель, это как частный какой-то такой. Ну, то есть. Я вроде считается, что вторая линия от моря, но когда я 5 лет назад была в гостинице, то ну там как бы это все, вот допустим, вот это все была территория той гостиницы, то есть это была типа первая линия. Но на самом деле там до моря даже от гостиницы дальше надо было идти. Короче, конечно, этот песок с галькой, ну и воду вход весь галечный. Уже начинается. Блин, жарко так, капец, даже жарче, чем у нас в жару. Вот и море. Он пахнет по-другому совсем. Холодное? Холодное? Парное молоко последний. Сколько вчера сказали? 28 градусов? Нет, по-моему, 26-28. Ты что, у нас, по-моему, 24 максимум бывает. Ну, я купался когда. Ну, тогда уже вообще 19 вода, по-моему, была. Да. А здесь на 10 градусов. Прозрачное, чистое. Все, что пойдем купаться. Тебя видно. Как Маруська плавает. А ты что, снимаешь на видео? Расскажи о своем отдыхе. Сева, пожалуйста. Только вылезли с моря. Реально, 28 градусов. У нас реально нет такой температуры, такой теплоты. Сева еще в море. Сейчас вам покажу. Вон, на ламе. Мы привезли с собой ламу. Очень теплая. Вообще, даже обычно, даже летом в Одессу, в Одессе, когда в теплое море входишь, все равно тебе прохладно, потому что ты сильно нагретый. А здесь даже такое чувство, что температура воздуха... А, так о чем мы говорим? Если температура воздуха 27 градусов, а вода 28, конечно, выходишь, тебе холоднее. Подплывай! Ну, так вот. Мы на ламе. Горячую кукурузу носит. Так, хорошо. Гербарда. Мы купили гранатовый свежевыжатый сок. Да, с белого и с красным. С белого и с красным перемешанный. Должно быть вкусно. Угу.
Ну, прикольно. О, кислый капец. За доллар. За доллар 2,5 граната. Один. То есть они ни льда, ни воды вообще не добавляют, ничего. Чистый сок. То есть сок. Это чистый сок. А у нас бы уже экономили. Наливали бы полный стакан льда, заливали бы соком. Хотя у них стоит холодильник. За один доллар, да, мы взяли? Да. Хотя у них стоит холодильник. Я думал, что он сейчас достанет, насыпет лед и зальет соком. Нет, хрена с два. 250 грамм чистого сока. Кстати, пока светло, хочу показать. Мы вчера ходили. А, кстати, вот ущелье. Гору видно, да. Ущелье. Короче, в этом Бельдиби всего две улицы. Одна трасса, по которой мы ехали, и вот эта. И они коротенькие. Вот там вот начало, вон конец. Все, поселок. Коротный поселок. Больше ничего нет. Короче, в общем, много вчера. Вот это со вчерашнего ужина, это курица. Ну, у меня много овощей, огурцы, помидоры. Вот какой-то салат. Синенькие, вот, синие кабачки. Все вы тоже. Одни овощи, зелень. Вот единственное, что салат, как оливье. И вот садзики, свежие огурцы с соусом, типа сметанным. Все вы мясо, рис и суп. В общем, практически одни овощи. Ну, картошка вот у меня еще где-то здесь. Это десерт. Все, я принес пиво. Здесь все время вот там бар. Дают пиво, вино и водку соком. Коктейлей нет. Я, конечно, была в другом месте, где была коктейльная карта где-то на 20 коктейлей. Суп не очень, да, какой-то странный. Нормально. А мне что-то только не понравилось. Пиво. А что вот это, я не могла понять. Это мясо. Котлетки какие-то или что это? Это как... Овощи. Ну... Это делается рулет, ага, с фаршем. И режется блинчиками, это местное. Короче, у них здесь либо, ну, подают, в общем, похоже, одно и то же. Вот на завтрак было другое, а так вот уже вот эти салаты вечером вчера тоже были. Овощи, много овощей, упор в основном идет на овощи. Ну, это и хорошо. Мясных блюд где-то 2-3 всегда за еду, рыбы на обед нет. Все, вы много на гриле, вот, кабачков, баклажанов, у Севы лук. Ну, несколько гарниров Сева рис всегда берет. Вот типа помидоры, такие сезонные овощи. Много вот этих вот салатов. Очень много зелени Сева вот набрал. Капуста, огурцов, помидор. Я нагребла помидор, соленых огурцов, как всегда. Пошли мы после обеда опять на море. А поднялся сильный ветер. И шторм начался. И, ну, тяжело купаться. Ну, мы час прокупались, но тяжело купаться, потому что сильная волна. Заливает волной, а море очень соленое, это Средиземное, оно намного соленее, чем черное. И, короче, мне постоянно попадает в нос и в горло соленая вода, печет очень сильно. Оно, конечно, правда, все болячки промоет, все на свете вымоет. Я вот уже в нос разговариваю, потому что куча воды попала. Но очень печет, потому что она такая соленая, очень печет, конечно. И, короче, мы час прокупались, тяжело. А когда подползаешь чуть-чуть к берегу, сильно бьет тебя о камни. Я, короче, порезала себе палец, отбила колено. Все, мы накупались, идем домой, потому что у нас хамам 4 и массаж. Вот мы взяли инжир по 3 доллара килограмм. Это где-то 75 гривен килограмм. Ну, у нас вообще особо нет инжира, а по 3 доллара вообще отлично. Гостиница. Это общий холл, ну вот вход, лобби, да. Забирай. Турция очень любит котов. Да. Инжир вообще спелый-спелый. Да. Офигеть. Мы идем в хамам. Не знаю, получится поснимать или нет. Я уже была в прошлый раз, знаю, что такое хамам. Там много этапов. Сейчас массаж будет. Не сначала сауна, надо разогреться, потом хамам, потом массаж, потом маски. А нам еще специальный чай давали после массажа. Смотрите, арабский кот. Чисто как араб. Носатый, усатый. Кинем. К нам пристают вот такие огромные собаки здесь. Уже второй раз. Хвостые собаки, хвостые. Но это такой худоватый. Сев, а он худой, видишь? А вчера к нам такой толстый пристал. Это прям возле гостиницы. Блин, но он здоровый. Вот идет Сева.
Здоровый такой. Мы пришли с хамамом. Здесь прям в гостинице. Это турецкая баня. Но вообще хамам — это турецкая баня. Я даже Википедия почитала. Сначала нас в обычную сауну завели, потому что нам было нагреться. Потом завели именно в хамам. Это турецкая баня. Там все мраморное. Там такие... Ну, мраморное. Ну, не лестницы, а как вообще фонтанчики, лежаки. Такие вот лежаки. Это все из мрамора. На них ложишься, на специально хлопчата, ну, хлопковую ткань. Арфатка. Ну, это хлопковая, да, ну, скорее всего, нет, ткань. Они везде, ну, они по традициям, турки, по традициям турецким это делают. Тебя обмывают теплой, горячей водой, холодной, то есть смена температуры. Делают это обязательно мужчины-турки. Потом берут специальную пену и делают нет, массаж. Мочалкой трут. А, да, одноразовая такой вот мочалка. Хамам — это есть, по-моему, вот эта мочалка. Только она делается... Хамам либо... я почитала в Википедии. Да? Это вообще ну, турецкая баня. И вот эта мочалка должна быть или сверблюжьей шерсти, или вот типа как у нас есть вот этот огурец, мочалка растет. Ну сейчас уже, конечно, не так они взяли, но это уже не положено уже по ну, да. Сейчас санитарии. Одноразовые, да, но это такой скраб, вообще сняли вообще всю кожу. А потом сделали массаж пеной, надувается такой шар из пены. Это вся пена по тебе, это мыльный этот весь раствор, делается массаж этой пеной, потом переходишь в обычный уже зал. Смывают да, раз, смывают. Холодной, горячей, прохладной водой, смена идёшь температуры. Потом на лежак лежишь. Да, отдыхаешь, потом идешь на обычный массаж уже оливковым маслом. Ну, это все профессионалы, конечно, делают, массажисты. После этого маска для лица и специальный травяной чай. Или фруктовый. Да, это, мне кажется, вот этот, который такой... Его как везде порошок. Продают как порошок растворимый. Вот я вот уже второй раз была на такой процедуре. Мне в прошлый раз тоже понравилось, неплохо расслабляют. Но я люблю массаж. Я сильно переживала, что тебе не понравится, потому что он не любит, когда его трогают. Вообще не люблю. Но тебе понравилось, расслабило. Ну, чтобы сказать, что я второй раз пойду. Не, ну это такое нет. Чисто как традиционная развлекаловка для туристов. Есть просто люди, о, вот я еду в Турцию, ну, да, надо ходить в хамам каждый вот день. Вот вчера мы как раз лежали, пришла да, женщина, она 4 сеанса записалась. И они уже ездили, они постоянно сюда ездят. Но опять же, она может на массаж. Мне в принципе понравилось, как мужчина делает массаж. Но мы делали расслабляющий, а он, возможно, делает профессиональный массаж. В общем, нас расслабило, понравилось, косточки погрели. Ну, поэтому для этого и делается. Просто расслабляющий массаж. Мне больше понравился чан в Карпатах. Вот он ну, погреть да, косточки. Ну да, там холо, да. Но здесь тоже расслабило хорошо. Ну я не зафанатил. Ну тебе вчера понравилось. Понравилось, но больше я не пойду. Ну понятно. Знаешь, ну, вкусно, но больше такого не готовят. Я не думаю, что прям... Все постоянно ходят, а так раз в год, кто ездит, есть люди, приходит. Кто ходит в баню. Я не люблю ни бани, ни сауны. Да, мне это все не нравится. Там сильно жарко. В общем, нам это понравилось. Дело просто не люблю. А вот чай, один да. раз для поездки нам понравилось. Ужин мы уже не записывали, потому что уже было то же самое принести, что и на обед, только там горячая курица добавилась. Ну, горячих несколько блюд. Так, в принципе, то же самое. Поэтому... Уже мы это не записываем. Переедем ну, когда в новую гостиницу, в вот. Да, уже новый будет шведские как столы, шведский стол. А в этом? Что? Вот, как это? Кемер. Там уже будем записывать.